793 году жуткие, зловещие предзнаменования пришли в землю Нортумбрии. За этими знаками последовал большой голод, и 8 января в результате нашествия язычников был уничтожен храм Господень в Линдисфарне, англосаксонские хроники. Никогда прежде такого ужаса не было в Британии. Тела святых из храма Божьего, как навоз на улицах. Алкуин и Йоркский. Они убили многих братьев, некоторых вывезли, обнаженных и униженных. Некоторых они утопили в море. Симеон Таремский. Марк Пикеринг. Эллен Рис. Викинги. Темные времена. Я Хэровард из Нортумбрии. У меня нет другого имени. Моя мать оставила меня монахом монастыря, когда мне было 3 месяца. Монастырь Линдисфарн. Единственный дом, который я когда-либо знал. Его холодные камни — мое единственное убежище. Святой остров — моя единственная жизнь. Святилище наших святых сожжено. Буря накрыла наш остров. Северные демоны обрушились на его берега. Накатили на него, как волны. Их корабли-драконы принесли черные грозовые тучи из дальних земель, чтобы опустошить то, что мы знали. Я Хэровард из Нортумбрии. И в ту ночь моя невинная жизнь оборвалась. И на небесах. Да светится имя Твое, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Ты правильно делаешь, что боишься меня, святой человек. Я Хадрада, король Экара, я принес смерть многим. Многие из твоих братьев мертвы. Ты можешь жить и оплакивать их, если отдашь мне книгу. Книги нет! Когда-то мы торговали у этих берегов. Потом мы услышали о его красоте. О его силе. О слове твоего белого Христа. Говорят, это свет. Свет такой яркий, что рассеивает всякую тьму. Сила твоего Бога будет моей наградой. Мы должны подчиниться им, предатель. Хранители книги перенесли ее на материк. Они отвезут ее в святое аббатство Айовны. Будь ты проклят! Мы последуем за этими хранителями и отнимем книгу. Нет. Загрузим лодки и отступаем. 20 ночей вдоль этого побережья ради одного только золота и серебра слишком мало. Мы потеряли много людей. Мы встретим смерть на этом берегу. Мы видели храбрость саксов, людей, которые предпочли запятнать свою церковь смрадом собственной мочи, чтобы не драться. Мы подохнем на этой скале. И все ради книги. Не смей сомневаться во мне, мальчик. Без нее мы не уйдем. Скажи воинам загрузить лодки и взять столько рабов, сколько сможем увезти. Скажи им подождать на берегу. Мы убьем хранителей и получим их книгу. Что будем делать с этим? С этим трусом? Гони его в море.
Святой Евангелие никогда не попадет в руки язычников. Иисус Христос сокрушит тебя. Иисус Христос сокрушит тебя. Он сокрушит вас. Давай, парень. А люди короля придут за нами? Да. Они придут. Маяк был зажжен прошлой ночью. Сигнал отправлен. Они придут за нами. Они придут. Они благополучно довезут нас до Йовны. В Айовне будет безопасно? Да. Впереди еще много миль. Пойдем, мальчик. Заберем их книгу. Она сделает своего хозяина более могущественным, чем церковь или король. Ты говоришь о власти, чтобы стать королем? Я не подхожу для этого. Но ты подходишь. Наши набеги вернут богатство в нашу деревню. Я буду там королем. Нет. Мы народ раздробленный, воюющий. Надо быть выше простого пиратства. Мир меняется, империи куются. Саксы — просто захватчики. Почему бы нам не достичь такого же величия? Почему бы мне не добиться такой власти для моего единственного любимого сына? Без их книги этот народ пал бы. И ты... Ты стал бы здесь королем. Братья, сегодня мы захватим власть Белого Христа. За Одина, за Экера. Святые руины. Здесь мы подождем наших проводников.
Здесь никого нет. Они придут. Старик замерз, мне нужно поспать. Посмотрим, сможешь ли ты найти дрова. Но не заходи слишком далеко. И прости нам долги наши. Как и мы прощаем должникам нашим. Аминь. Это уже лучше, чем ничего. Они бросили нас. Бог оставил нас. Нет, он не оставил нас. Они придут. Брат Эриан всегда говорил, что нас предупреждали. Это были приметы. Что от людей воняло грехом, а теперь и смертью. Брат Эриан верил в это. Я не знаю. И вы не должны. Он сказал, что Бог наказывает всех грешников. Говорил, говорил. Но ты веришь во все грехи? Я нет. Многие отвернулись от слова. Мы живем в темные времена, мальчик. Язычники разрушили монастырь, убили наших братьев. Все ли они были грешниками? Они отвернулись от слова? Нет. Нет. Это была работа людей, а не кара Божья. Эй. Они придут. Я обещаю. Что это за место? Часовня святого Алхмунда. Алхмунда? Алхмунд был первым паломником, принесшим весть в Нортумбрию. Он наш святой покровитель. Поговаривают. Алхмунд низверг сатану, великого обманщика, именно здесь, в этом святом месте. Говорят, что когда сатана увидел великую работу Алхмунда по обращению языческих саксов Нортумбрии, он искушал Алхмунда, как искушал Христа в пустыне. Но вера Алхмунда была сильна. Он низверг сатану, сотрясая горы. Море закипело, реки покраснели. Алхмунд победил тьму своего времени. Мы победим тьму, которая угрожает поглотить наше время. А если мы потерпим неудачу? Мы не можем потерпеть неудачу, мальчик.
Эта книга «Спасение Ангелана». Это его сердце, сама его душа. Без этих Евангелий наш остров погрузился бы во тьму. Старик устал, ему нужно поспать, мальчик. Завтра будет долгий день. Благодати. Благословенна ты во всем. Знака нет. Мы должны продолжать. Наши проводники найдут нас. Они найдут нас, если Богу угодно. Нам нужно идти. Присядьте. Нет. Вам надо отдохнуть. Да. Я пойду поищу еды. Да. Надо идти. Что? Надо уходить. Кто-то идет. Там солдат. Он вооружен. Кто? Саксонец или викинг? Уходим. Что? Нет. Не бойся меня, священник. Я буду защищать Евангелие. Я Этельвульф из Уэссекса. Твой маяк загорелся. Я пришел помочь вам. Вы посланец короля? Я воин несокрушимого королевства. Наш орден служит защите слова Христова. Они отправили только одного человека? Я путешествовал много дней с 10 мужчинами-воинами, но на нас напали викинги. Мои люди мертвы. Какая польза от одного человека? Ты не видел мира за пределами своего аббатства, мальчик. Лучше путешествовать, не привлекая внимания. Викинги разграбили святой остров. Они убили многих. За последние несколько недель они совершили множество набегов вдоль линии берега. Они больше не торгуют.
Это и правда. Черные дни. Евангелия будут в безопасности. Без этих Евангелий остров падет. Мы достигнем Айовны. На тебя уповаю, Господи. Пойдем, нам нужно уходить. Уже почти рассвело. Нехорошо, что вы похожи на священников. Нехорошо? Видно, что церковь богатеет и жиреет, в то время как страна голодает. Монахи не пользуются особым уважением в дикой природе. Пойдем. Дойти. Хорошо, хорошо. Стой! 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 Тихо, парень. Не тормози нас снова, жрец. Пойдем. Бежим! 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 Возьми книгу. Нет. Я уже не могу идти. Нет, пожалуйста. Возьми книгу, иначе все будет напрасно. Бог с тобой, мальчик. Иди! Где книга, монах? Книга! Слышал, что ваш белый Христос требует безбрачия, одинокой жизни. А вот почему вы обращаетесь к своим молодым мальчикам. Языческая сволочь! Я был в море много месяцев. Ни одной женщины, только монахи для удовольствия. Нет! Yeah.
будешь гореть в аду. Ад? Ад? Я просто хочу книгу, парень. Книга в обмен на твою жизнь. Надо идти дальше, парень. Возможно, там больше викингов. Сможешь оплакать своего брата позже. Я мог бы остановить это. Если бы ты сделал это, ты уже лежал бы рядом с ним. Я мог бы остановить это. Пойдем. Надо идти дальше. Пойдем. Я сожалею о гибели твоего брата. Он был мне больше, чем брат. Он вырастил меня. Обучил меня. Викингам есть что терять. Они последовали за нами вглубь леса. Возможно, их там больше. Им нужна книга. Им нужна ее сила. Она не должна попасть в их руки. Это языческие ублюдки. Все было бы потеряно. Thank you.
Сын? Погиб. Нет. Нет. Куда ты, парень? Молиться. Мой сын. Моя кровь. Они заплатят. Я обрушу на них свою ярость. Пролью их кровь. Пускай Тор примет тебя. Пускай Один встретит тебя. Да светится имя твое, да придет царствие твое, да будет воля твоя. Они зовут тебя. Они ждут, когда ты займешь свое место среди них, среди воинов Вальгаллы. И прости нам долги наши. Я кажу, и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение. Храбрые не умирают. Но избави нас от лукавого. Аминь. Мы должны не оплакивать, а радоваться, ибо он встретил славную смерть. Надо выдвигаться, парень. Нет, никакой надежды. Он покинул нас. Нет, не покинул. Что ты знаешь о Боге? Ты мясник, и не более того. Есть много способов служить Христу, парень. Мечом? Разве он не похож на крест? В то время как ваш род присмыкается перед ним в келиях ваших монастырей, мы железом защищаем его слово. И убийством. Христос не оставил тебя, парень. Он ведет тебя. Разведите костер. А затем возвращаемся к кораблям. Нет. Саксы должны заплатить. Твой сын мертв. Мы полдня потеряли. Ты хочешь, чтобы мы все умерли за твою книгу? Все кончено. Не сомневайся во мне. Что это?
Колдовство. Это предупреждение. Это проклятое место. Мы найдем другой путь. Мы сейчас в дебрях. Но нужно двигаться дальше. Идите с миром. Языческая сволочь. Я не язычница. Идите с миром. Кто ты? Я Денегифу. Мы истинные последователи Христа. А эти? Апостолы. Чьи? Воли Христа. Ангел не умирает. Люди голодают. Голод уничтожает тех, кого не уничтожили его язвы. Мы наблюдаем последние дни. Ни одну плоть не пощадят. Мы идем в горы, чтобы дождаться его последнего суда. В горах не найдешь суда. Присоединяйся к нам, монах. Присоединиться к вам? Твой монастырь не защитит тебя от грядущего гнева. Как и горы? Ты видел здешние деревни, мальчик? Там только смерть. Он наказывает за грехи. Его слово — наше единственное спасение. Его слово накормит голодающих или исцелит больных? Нет. Мы должны принять смерть, которую он приносит, чтобы сидеть рядом с ним в раю. Это священная книга Линдисфарна. Освящена Эдфритом в присутствии Христа. Это ваше спасение. Прежде чем мы пойдем на смерть, благослови нас. Отче наш, иже еси на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесах, так и на земли. Аминь. Будь нашей защитой от зла и происков дьявола. Да укорит его Бог. Мы смиренно молимся. Силой Божьей низвергнем в ад сатану и всех злых духов, бродящих по миру для гибели душ. Это было глупо. Никогда больше не показывай книгу. Не здесь. Они были в отчаянии. Вот почему ты должен быть осторожен. Она слишком бесценна, чтобы рисковать. Народ нуждается в защите. Важна только книга. Не забывай это. Thank you.
пройти в любом направлении. Мы их уже не встретим. Мы найдем их. Пора уходить. Ты никогда не спишь. Мы должны идти дальше. Холодно. Мы идем на север. Становится холоднее. Пойдем. Погоди. Мы не причиним тебе вреда. Погоди. Есть ли другие? Вы умрете здесь. Где они? Вы в аду. А другие? Мы будем есть вашу плоть и трахать ваши окоченевшие тела. Это ведьма виновата. Языческая шлюха должна заплатить. Нет. Она носит колдовские знаки. Постой, постой. Пускай она скажет, кто ты. Как тебя зовут? Мы тебя не понимаем. Говори. Эара. Я из севера. Она врет. Ты путешествуешь с бандитами. Нет, почему ты путешествуешь с этими мужчинами? Они устроили засаду, убили мою семью. Ты далеко от дома, девочка. Чума поглотила мою деревню. Мы пытались сбежать. Ты христианка? Она врет. Ты не прольешь ее кровь. Она пыталась привести нас к смерти, мальчик. Ты не осквернишь наш путь кровью невинных. Я не возьму девалицу в свои ряды. Она принесет смерть всем нам. Мы оставим ее бандитам. Пойдем. Она достаточно настрадалась. Она достаточно настрадалась. Нам нужно вытащить стрелу. Есть ли другие? Да. Они вернутся до наступления темноты. Мы должны найти более безопасное место. Рана посинела. Стрела отравлена. Яд действует быстро. Он не проживет эту ночь без лекарства. Лекарства? Где нам найти лекарства? Оно вокруг.
Неужели вы, саксы, так мало знаете о земле, на которой мы живем? Освободи меня. Я могу помочь ему. Освободить тебя? Он спас меня от твоего меча. Я верну долг. Нет. Куда я уйду? В руки других бандитов? Этот яд известен моему народу. Я могу вылечить его. Колдовством нет. Мох, кора деревьев, крапива могут остановить действие яда. Разве это колдовство? Его можно вылечить. У нас много работы. Яд вызовет видение. Он похож на снадобье, используемое для общения с древними богами. Древние боги? Дьяволы? Возможно. Но им поклонялись на этой земле задолго до того, как шепот Христа дошел до наших берегов. Мы должны предать мечу древних богов и всех, кто следует за ними, девочка. Они как болезнь. Это предотвратит загноение раны. Ешь.
в безопасности. Я видел тебя. Ты была в моих снах. Ты спасла меня. Я просто вернула долг. Нет никакого долга. Только мой долг перед тобой. Этот яд использовали мои предки. Говорят, он дарует видение из другого мира. Воины моего народа когда-то использовали его, чтобы получить силу древних богов в бою. Я видел ужасные вещи. Мы переживаем темные дни. Ты сильный парень. Я не чувствую себя сильным. Впереди долгий путь. Мы не можем больше здесь оставаться. Я знаю. Собери все. Уходим. Мы потеряли их след. Теперь у нас нет шансов найти твою книгу, старик. Твоя ненависть принесла смерть всем нам, твоему собственному сыну. Ты завел нас вглубь саксонских земель. Мы больше не можем подчиняться этому сумасшедшему. Мы возвращаемся. Еще одно слово, змей. Я оставлю тебя здесь на корм воронам. Мы пойдем. Мы найдем книгу. Любой, кто против меня, станет жертвой моей ярости. Я не потерплю непослушания. Иди со мной или умри. Иди. Нам надо отдохнуть. Надо отдохнуть. Нет, мы не можем. Тебе нужен отдых. Останется верен старику. А ты? Я пойду за тобой. Старик ведет нас к смерти. Но мы не можем сойтись с ними обоими в открытом бою. Я позабочусь о них. В убийстве чести нет. Надо выбрать подходящий момент. Его рана гноится. Он не примет мою помощь. Он будет жить. Пускай отдыхает. Позже я найду листья, чтобы промыть рану. Откуда ты знаешь такие лекарства? Мой народ использовал дары земли на протяжении тысячи лет. Моя мать учила меня, как и ее мать учила ее. Мне жаль твою семью. Я увижу их в другом мире. Я тоже многих потерял. Расскажи мне о них.
Они не были моей семьей по крови. Тамошние монахи вырастили меня. Я помогал песцам. Песцам? Монахи Линдисфарна перевели святые Евангелия. Я слышала о ваших книгах. Книги великой красоты и силы. Древние образы украшают слово. Как это? Они рассказывают старые истории о том, что было до Христа. Истории, которые никогда не должны быть утеряны. Истории древних богов. Христос стал частью нашей истории. Они прекрасны. Достойны Евангелия. Книга — это еще не все. Это Слово Божье. Его нужно защищать любой ценой. А что насчет людей? Разве они не должны быть защищены? Книга защищает их. От чумы? От голода? Нет. Викинги разрушили наше аббатство. Они последовали за книгой вглубь этой земли. Они не могут этого принять. Я пообещал моему господину, что доставлю ее в безопасное место. Ради Ангелины и всех людей я должен сделать это. Северяне также совершали набеги на земли пиктов. Наш народ решил сражаться. Сражаться с викингами? Железом можно защитить и народ, и слово. Я обязан доставить книгу Айоне. Я не могу потерпеть неудачу. И когда это случится? Я видел слишком много ужасов, чтобы снова прятаться в монастыре. Что ты будешь делать? Все, что я когда-либо знала, исчезло. У меня ничего не осталось. Thank you.
Беги! Найди его! Куда ты, девочка? Я не прочь повеселиться. Сила Ангелина. Книга Белого Христа. Ты не можешь прочитать слова, старик? Но как бы там ни было, ты нашел ее. Теперь я вижу ее красоту, ее силу. Прости, старик. Прости, что сомневался в тебе. Ты станешь королем. Я обнимаю тебя, Хадрада и Зекера. Столько крови пролито за эти страницы. Убью твою жену и изнасилую твоих дочерей, так же, как ты изнасиловал мою мать. Я не дам тебе чести умереть с мечом в руке. Ты никогда не достигнешь Вальхаллы. Возможно, твой белый Христос примет тебя в свой рай. Я Хамал, король Экера.
возвращаемся к кораблям. Слишком многие поддались его безумию. Такая дикая красота. Такая храбрость. Свяжи ее. За нее неплохо заплатят в публичных домах. А что с монахом? А что с ним? Он последует за книгой. Монах не продержится и дня в этих горах. Оставьте его волкам. Где они? Девушка жива? Многие пали перед тобой, дьявол. Почему? Почему? Они были невиновны. Они были невиновны. Меня. Что там? Ничего. Из этого монаха плохой стрелок. Не дай ей сбежать. Сука!
Хочешь поиграть? Хочешь поиграть? Хорошо, я не против. Подожди. Страдать, прежде чем встретишь своего Христа. И все из-за книги. Откуда у нее такая власть над людьми? Она сводит с ума всех, кто о ней слышит. Посмотри на это. Посмотри! Слово твоего Бога не имеет силы! Где твой Бог сейчас? Харовард из Линдисфарна. Братья Линдисфарна теперь носят оружие? Я единственный оставшийся брат. Это священная книга. Ее надо хранить в безопасности. Ты останешься с нами, брат?
Я не могу. Бог с тобой, брат. Я Хэрвард из Нортумбрии. У меня нет другого имени. Моя мать оставила меня монахом монастыря, когда мне было 3 месяца. Монастырь Линдисфорн – единственный дом, который я когда-либо знал. Его холодные камни – мое единственное убежище. Святой остров – моя единственная жизнь. В те дни многие погибли, защищая Святое Евангелие. Я вспоминаю их в своих молитвах. Всегда. В первые дни после монастыря она многому меня научила. Она стала моим убежищем. Рядом с ней я переродился. Я понял, что люди не менее ценны, чем книга. Их тоже надо защищать. Я узнал, что смерть, которая пришла на наши земли с севера, надо встретить как подобает. И я... Я Хэрвард из Нортумбрии. И в ту ночь моя невинная жизнь оборвалась.